Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас приехал в район Тосмор. Продается здесь трехкомнатная квартира недалеко от моря. Расстояние от моего места до моря 370 метров максимум. Вот такой просторный балкон. На балконе хозяин установил мраморный стол. Очень интересно, видите? Ага, вот такой просторный балкон. Входим в квартиру. Просторная гостиная комната, совмещенная с кухней. Квартира по очень хорошей цене, которую я озвучу в конце ролика. Значит, проект был сдан в 2008 году. Вот такая бытовая техника Siemens. Вытяжка Bosch. Духовка Siemens. Я тут уже снимал. У меня есть тут квартирка. Здесь вот такое окошко с кухни прямо. Так. Пройдем чуть-чуть в эту сторону. Здесь вот такая прихожая. Спальня. Так, просторная спальня, не маленькая. Света нет. Кондиционеры старенькие. Вот. Здесь у нас санузел просторный, не маленький. Проходим в хозяйскую спальню. Здесь у нас санузел хозяйской спальни. Тут установлен шкаф. Стиральная машинка фирмы Siemens. Просторная хозяйская спальня. Где-то здесь 18 квадратных метров жилой площади. Как минимум. Она большая. Кондиционер какой-то Самуи. Сторона здесь восточная и южная, юго-восток. Так, балкончик такой. Колесико поменять. Вот. Второй балкон. У нас на той дороге вся инфраструктура шок. Сеть магазинов СОП, сеть Маркет, БИМ. Рядом есть мечеть. Ухоженный сад в этой стороне. Айдат здесь 100 лир. Хозяин проживает за рубежом. Приедет, как появится клиент. Так, цена этой квартиры, дорогие зрители, 64 тысячи евро. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Цена очень хорошая для района Тосмор, для вот такого качественного проекта, который был сдан в 2008 году. Так что жду от вас звонка. Всем пока-пока.